Очень часто встает задача использования проектора для демонстрации записей на бумаге вручную и одновременном сохранении записи для дальнейшего использования. Одна из таких программ сегодня у меня появилась, и я ее опробую. Свободная версия до 30 дней. Так она стоит порядка $30. И с ее помощью я попробую записать уравнение Максвелла в интегральной форме, которые всем студентам в обязательном порядке необходимо знать на экзамене. Причем нужно не просто их запомнить, а нужно объяснять физический смысл каждого уравнения, что за законы кроются за этим уравнением. В частности, вот здесь теорема циркуляции вектора H связывает циркуляцию магнитного поля как с токами проводимости, так и с токами смещения. Про эти токи смещения надо уметь объяснять и рассказывать. Точно так же, как и в следующем уравнении, которое отображает математическую формулировку закона Фарадея об электромагнитной индукции. Необходимо понимать, что левый интеграл циркуляции по замкнутому контуру — это будет величина, называемая ds, а справа будет стоять изменение потока за какое-то время. И правила Ленца, естественно.